этого кота нашли на улице в Хьюстоне. Первое время люди не придавали значения тому, что кот сидит в ведре, ведь все знают любовь этих животных к разным коробкам и другим емкостям. Кто-то заметил, что кот не выходит из ведра слишком долго, при этом постоянно озирается по сторонам так. Словно хочет сбежать, но не может. Когда люди решили проверить, что случилось, оказалось, что на дне ведра вязкое вещество и кот буквально прилип к нему. Прохожие попробовали освободить животное из западни, но у него ничего не вышло, поэтому кота вместе с ведром отправили к специалистам. Как оказалось, на дне ведра была смола, которую используют при перекрытии кровель, попал кот в ловушку сам или ему кто-то помог, неизвестно. Чтобы вытащить кота, пришлось разрезать ведро и использовать растворители, чтобы сделать смолу менее вязкой. По словам спасательной команды, это был самый сложный случай в их практике. После того, как кота очистили от смолы, оказалось, что его задние лапы сильно травмированы. В ведро кот попал, когда смола была горячей, на его теле были следы от термических и химических ожогов. Некоторые были убеждены, что помочь коту не получится и самое гуманное, что можно сделать усыпить животное. Но нашлись и те, кто хотел бороться за жизнь кота, и их аргументы оказались сильнее. Ветеринары приступили к лечению. Чтобы очистить от смолы, кота пришлось обрить, из-за ожогов ему удалили заднюю лапу. Несколько месяцев борьбу за жизнь животного шла без остановок, но вскоре кот справился с проблемами и начал поправляться. Шерсть отросла, и он стал похож на остальных домашних питомцев, научившись справляться при помощи трех лап. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и Подписывайтесь на наш канал. До свидания.